Видео подготовлено с сайтом онлайн-гдз.нет, и мы решаем задачу номер 2 из упражнения 8. Объем льдинки нужно определить в этой задаче. Записываем дано. Масса льдинки дана, буква М. 108 граммов. И из таблицы плотности нужно посмотреть плотность льдинки. Это буква Ро. Лед. Ищем вещество лед. Плотность там указана в килограммах на метр кубический и в граммах на сантиметр кубический. Так как масса у нас дана в граммах, мы выписываем число в граммах на сантиметр кубический. Это 0,9 грамм на сантиметр кубический. Найти нужно объем, буква В. Чтобы найти объем, нужно знать формулу для объема. Формула такая. V равно масса разделить на плотность. И считаем объем. Масса 108 грамм разделить на плотность 0,9 грамм на сантиметр кубический. Делим. Получится 120 сантиметров кубических. Ответ. Сто двадцать сантиметров кубических. Хотите больше решений? Подписывайтесь на наш канал на YouTube и следите за новостями в социальных сетях.